Здоровая нация, трезвая нация. Представители республиканских общественных организаций, медицинские работники и сотрудники органов внутренних дел проверили игровые площадки на Чебоксарском заливе. Под особым вниманием незаконная реализация алкоголя несовершеннолетним. Подробности далее. Попади дротиком в шарик, получи бутылку шампанского. Ярко украшенный стенд, призовой выигрыш прямо на асфальте, да и цена всего 100 рублей. На Чебоксарском заливе такой соблазн поджидает любого прохожего. И в том числе детей. Я спросил, что вы разыгрываете, они сказали, главный приз шампанское, если вы выберете 10 из 10, нет, шампанское дает 9 из 10, то я получаю шампанское. Ну, я выбил 7 из 10, поэтому они мне не дали. Представители общественных организаций, надзорных ведомств и министерств выяснили, на этом аттракционе работают несовершеннолетние, которые по закону не имеют права реализовывать алкогольную продукцию. Кстати, разрешительных документов тоже не оказалось. Оформили протокол. Сейчас по данным делам будет вестись расследование МВД. А по итогам расследования, думаю, получим уже информацию о том, что была лицензированная деятельность, имелось ли там разрешение на продажу алкоголя. В соответствии с этим мы уже можем делать какие-то выводы. Пока комиссия осматривала одну игровую площадку, другие аттракционы меткости успели свернуть. Однако под пристальный взгляд проверяющих все же попали и другие площадки. В них все призы оказались стандартными. Обращаясь к жителям нашего города, хочу отметить, всегда занимать гражданскую позицию и понимать, что вот с таких простых вещей начинается программирование детей на потребление алкогольной продукции. И понятно, что нельзя молча смотреть на это, нужно обязательно обращаться в соответствующие органы. Теперь этими аттракционами вплотную займутся надзорные органы. Представители общественных организаций отмечают, проверять подобные игровые площадки они будут регулярно. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика.